Всем здравствуйте, меня зовут Булат, я являюсь соучредителем данного кинорума, кинорум Брос, находящийся по адресу Кабанбай Батыра 40. Спасибо Алексею за то, что пришел сегодня посетить наше мероприятие. Сегодня у нас благотворительный день, точнее мероприятие, посвященное благотворительности. Всех ждем, приходите, сегодня в 12:00 будет открытие. Это вы уже, Булат, начали подготовку? Да, мы уже начали подготовку, вытащили музыкальную аппаратуру. Все готово, сейчас скоро подъедут люди. Давайте вовнутрь зайдем, посмотрим, давайте. Поснимаем, да? Давайте. Так, друзья, ну, собственно говоря, это и есть наш кинорум. Здесь у нас находится холл, у нас стоит ресепшн. Здесь есть маленький удобный диванчик. Также мы придумали небольшой аттракцион, в котором люди могут прийти, посетители, закинуть 500 тенге и выиграть дополнительное бонусное время, там плюс 2, плюс час. Дальше, пойдемте посмотрим комнату. Ребят, кстати, обратите внимание, здесь все ходят босиком, есть вот такая для обуви. Да. Посмотрим дальше. У нас абсолютная чистота. Заходим, да. Собственно, в нашу випку. Здесь у нас большой зал, сейчас как раз таки проходит подготовка к нашему фуршету. В этой комнате у нас есть караоке, также можно посмотреть кино компании, провести отличное время, мероприятие, день рождения или же корпоратив. Влад, а на сколько человек он рассчитан примерно? Этот зал рассчитан на 15 человек, свыше 15 уже будет доплат. То есть детей 30 штук, да? Войдет? Да. Так, дальше. У нас есть, дальше у нас идут 5 мини-залов, рассчитанных до 5 человек. Это у нас первый, зеленая комната. Здесь есть удобный диванчик. Удобный диван, классный интерьер. Акустика? Акустика корейская, очень качественный звук. Проектор четкого качества. Все супер, оборудование просто класс. Дальше. Есть еще один зал, тоже рассчитанный до 5 человек. Все то же самое. Удобные диваны, кожаные, стеновые панели, классный экран. Огромный кинотеатр. Да, да. Да. Также есть еще одна комната синяя. Здесь уже до 3 человек. Ну, то есть чистота, порядок, все поддерживается. Там у нас есть еще одна комната, но она занята. Все, понял. Вот так его дела. Созвездие ангела, оно сияет.
Так, ребят, ну всем спасибо, что пришли. Концерт еще продолжается. Мероприятие на этом не окончено. Приходите, ждем. Еще как минимум час у нас будет песен. Дальше будет фуршет.